Вообще, всем бы так хорошо устроиться. Место для строительства торгового центра в поселке Развилка выбрано удачное. Оживленный перекресток, жилые дома, автобусная остановка, большой оздоровительный комплекс. Все в шаговой доступности. Торговля здесь, скорее всего, пойдет бойко. Скорее всего. Шансов у него нету, чтобы он оставался в таком виде, в котором мы его сейчас наблюдаем и видим. Шансов на жизнь у еще недостроенного торгового центра действительно мало. Строительство арендаторы земельного участка начали без единого разрешительного документа. Местные жители и контролирующие органы, мягко говоря, в легком недоумении от такой наглости собственников стройки. Мне не нравится, например. Я вот живу вот в 12-м доме, и вот это все наблюдаю. Мне лучше на лес смотреть, чем вот на это безобразие. Правильно? Здесь мы уже не первый раз. Значит, на сегодняшний день у нас есть решение арбитражного суда Московской области, коим и сами являемся мы. Мы подали иск на данного застройщика, это ООО «Трансдорсервис», который строит этот объект незаконно. Более того, они не являлись к нам на заседание административных правонарушений. Решение суда об аресте строительства подлежало моментальному исполнению. Вечером передано судебным приставам, менее чем через сутки арестовано. Соответственно, мы сейчас все опечатываем, акты составляем. Вот, и 90 дней будем этот момент контролировать. Мониторим. Мы со своей стороны тоже мониторим. У нас здесь судебный участок. Каждое утро вечером у нас тоже сотрудники. Телефонами наши сотрудники. Все, у нас, да, мы все обменялись, уже телефоны есть. Вот. Поэтому будем контролировать, ну и 90 дней их держим. Приставы тщательно осмотрели объект. Ни собственников, ни строителей не нашли, стройку опечатали. ООО «Трансдорсервис» уже получала рекомендации приостановить работы и даже обещала это сделать, но обещание не выполнила. Параллельно с многочисленными проверками арендаторы земельного участка тоже активно работали. Передали землю от юрлица физлицу, готовили правоустанавливающие документы для оформления объекта незавершенного строительства, но были очень уж неубедительны. Сейчас в суде на рассмотрение иск о сносе незавершенки. Решение будет принято 21 марта. На сегодняшний момент уже земельное правоотношение установлено, что это «Трансдорсервис», а не какие-то физические лица. Более того, в настоящее время находится в арбитражном суде второй иск. Иск о расторжении договора аренды с организацией «Трансдорсервис». Почему планируем подать иск? Потому что мы уже их предупредили, дали срок о добровольном расторжении. Вот 18 марта истекает этот срок. Если они на это не пойдут, мы подаем иск в суд. А уже расторжение через суд. Поскольку, опять же, они нарушают правила использования земельного участка, строят на нем незаконно, а далее они передали незаконно физическим третьим лицу этот незавершенный объект. Самозастройщик очень рискует потерять не только будущий торговый центр, но и договор на долгосрочную аренду под ним. Как будут развиваться события, решит только суд. Если все пойдет по сценарию контролирующих органов, а не застройщика, то к лету от каркаса торгового центра останутся только воспоминания. Татьяна Кременецкая, Владимир Бежонов, Анастасия Нурхонова. Видное ТВ.